братья и сестры, братья-казаки. Всех вас сегодня приветствую с великим и священным днем памяти 76-й годовщины окончания Сталинградской битвы. Я благодарю высокопреосвященнейшего владыку Юстиниана, нашего собрата и соседа, что в этот священный день он разделил с нами память молитвы. И считаю, что это очень глубоко символично, потому что те далекие сороковые годы здесь, в Сталинграде, бок о бок сражались русские воины, по существу многонациональная армия Советского Союза. Мы знаем с вами в жизни много различных границ административных, политических, государственных. Но есть еще рубежи нашей Родины, которые проводит огненным перстом война, показывая особое духовное значение той или иной земли. И то, что именно здесь решалась судьба не только советского русского народа, но и существо всего мира, говорит о том, что здесь задолго до 20 века складывались духовные и исторические предпосылки. Мы помним с вами, что в этой земле, земле древней, находилась ставка хана, столица Сарайберке, здесь была основана Сарайская епархия, и Александр Невский, наш великий князь, дипломат и полководец, здесь защищал рубежи нашей Родины. Мы понимаем, что победу одержать, если подумать рационально, было невозможно. Но силы и духа русский солдат, как всегда, выдержал. И вот генерал Чуйков, видя тяжелейшее состояние советской армии, стал укреплять боевой дух русских солдат тем, что транслировал в армии среди частей подвиги, которые совершали наши солдаты, наши генералы, летчики или танкисты, пехотинцы, связисты или молодые, юные сестры милосердия и санитарки. И вот слушая, как молодой парень, 18 лет, которого, казалось бы, вся жизнь впереди, идет уничтожить поведот противника, кидает гранату и сам получает осколочное ранение в бедро, находит в себе силы и мужество, чтобы встать и уже своей грудью закрыть огненные сопла пулемета. Конечно, такие примеры вдохновляли на новые подвиги. И когда уже, казалось бы, было бессильно оружие, голыми руками наши братцы крушили противника. И в самый ответственный момент, когда уже думалось, что нет, не придет ниоткуда помощь, помощь пришла с неба. Матерь Божия явилась в Сталинграде и своим святым покровом покрыла русские войска, дала им благодатную помощь, и они одержали победу. И с тех пор мы особо чтим образ Божией Матери, именуемый Сталинградским.
И каждый раз, когда мы возносим свой мысленный взор к Богу, когда мы вспоминаем подвиг наших праотцев или смотрим на предстоящие труды в нашей жизни, мы помним о том, что еще есть и границы в нашем сердце, которые тоже непрестанно совершается битва. Какая сила одолеет, кто перейдет Рубикон, добро или зло? Запомни, сынок, учил один старец своего духовного сына. В каждом человеке живет два волка, черный и белый, и между ними постоянно происходит война. Кто же победит? Спросил отрок. Тот, которого ты кормишь. Будем же мы воспитывать в своих сердцах, в своих душах, в своих жизнях доброе начало, добрые качества. Будем проявлять дела милосердия, сострадания, любви, помогать нашим ближним, чтобы в наших сердцах искоренялось всякое зло, которое является начальником великого зла, а росло добро, которое является началом великого добра и спасения не только лично каждого из нас, но и нашего народа, и всей земли. Всех вас, дорогие, приветствую сегодняшним днем, и пусть память о подвиге наших предков останется в молодых поколениях, чтобы они священно хранили этот день и не позволяли проявлению зла в наше время. Все, Господи. Помолимся, братья.